В общем, вот этот город Зарлуй, он, оказывается, был раньше крепостью. То есть здесь Людовик XIV организовал всю вот эту историю. А если посмотреть сверху на карте, то будет выглядеть даже просто в виде пятиконечной звезды. Короче, это был укрепрайон, и остались даже вот эти вот построения, короче. То есть откуда стреляли из пушек, вот это вот кирпичи, вот это все оригинальное. То есть это не новодел, а и не реконструкция. Это просто остались кирпичи с 17 века. Короче, в 1680 году организован был город. И вот так сверху, кстати, если смотришь, вот какая-то штука тоже. Это же все, они прятались, вот это двери, все, это все оригинально. То есть туда можно, по идее, зайти. И ты внутрь попадаешь, можешь в подземные туннели попасть. Ну, понятно, что там доступа такого нет свободного. Но вообще интересно. То есть сама энергетика именно чего-то старинного. А здесь дальше вид более открывается, такой масштабный. Вот эта река. Река, походу, Рейн называется. А в Германии проходит много через какие города. И вот это все укрепрайон. Короче, фортрес. Крепость. Вот это все была крепость. Они там рвы можно увидеть, как вырывали. Ну, короче, тут целая военная движуха была. А сделали просто город теперь. Просто живут обычные люди. И все нормально. Раритет.